Поисковый отряд Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева вернулся со Всероссийской вахты памяти. Что нашли наши ребята, узнавала Юлия Важенина. Они ищут и находят. Днем и ночью в зной и дождь участники поискового отряда работают в любых условиях. Вот уже 13 лет на базе исторического факультета ЧГПУ имени Яковлева существует поисковый отряд «Память». Совсем недавно бойцы отряда вернулись со Всероссийской вахты памяти 2019. В этом году они работали в Ржевском районе Тверской области. В основном отряд наш выезжает на поисковые экспедиции именно в весеннее время. Традиционные вот эти числа 24, 25 апреля и по 8-9 мая. Этот год не стал исключением. Смоленская, Калужская, Ленинградская области. Бойцы отряда побывали в 13 экспедициях. В этом году за 2 недели участники раскопок нашли останки 14 бойцов, множество боеприпасов и личных вещей. Но самая главная находка – смертный медальон. Так, благодаря нашим поисковикам, сапер Иван Кочетков вернулся с боя спустя 77 лет. Бойца, значит, обнаружил у нас Евгений Машнин. На металлоискатель наткнулся на гранату. Граната начала пищать. И наш отряд начал обкапывать, ну, искать. И потом пошли кости бойца. Вот так вот наткнулись на бойца с медальоном около ручья «Добрый». В апреле 1942 года Иван Кочетков был убит под Ржевом. 13 мая уже этого года участники отряда «Память» привезли останки бойца и личные вещи в его родное село. На похороны из Екатеринбурга приехала дочь героя. Когда он погиб, ей было всего 11 дней. Мы ждали его 10 лет после войны. Ждали все. Мама все бегала 20 километров на поезд. А мы дома ждем. Придет мама, плачем, папу опять нету. В составе отряда «Память» как опытные поисковики, так и новички. Желающих вступить в ряды поисковиков немало. В этом году вот мне посчастливилось поехать. Это была моя мечта, можно сказать, потому что это как бы история с практической точки зрения. И для меня была удача, я нашла медальон, то есть именной медальон, где было написано все данные бойца. И, наверное, это мечта каждого поисковика – найти медальон. Эмоции, конечно, ну, в душе прямо все переполняло. Чувствовалось то, что ты живешь не зря. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.